Мне показалось, я кто-то там пробежал, нет? Они мне уже чудятся, слушайте, эти чудики. Чувствую, сейчас еще кто-то вылезет, а? Что ж вы такие неугомонные-то, а? Все, нам хана. Бежим. Блин, слушайте, я столько в них пуляла, всего. Все. Всех приветствую, дорогие друзья, мы продолжаем играть Tomb Raider, и мы находимся вот в попке. Ну реально, если оно так. Так, мы продолжаем искать ларец. Так. Мне надо перебраться. Так, ушел сюда. Так, спускаемся. Вот слушай, даже внизу, смотрите, копья типа сделаны. Вот это как? Это как? Типа знали, что сюда начнут забираться кто-нибудь, и нужно типа сделать их. Типа, чтобы никто не прошел. Видимо так. О, ничего себе. Ты посмотри. Что за этой дверью? Так, ну что? Мне показалось, я кто-то там пробежал, нет? Они мне уже чудятся, слушайте, эти чудики. Так, ладно. Поплыли. Кутик. Кутик. Давай, 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 иди сюда. Блин. Так, у нас все по максимуму. Так. Тут должен быть еще. Блин, представляете, как резко это все происходит? На самом деле очень, ну, пугает. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Просто я сразу здесь детали замечаю, значит, ну, если есть катушки. Нужно, такие, чтобы вода лилась на колесо. Подожди ты. Так, это у нас по максимуму. Так. Вон, лезет. Блин, не успела. Блин, снова не успела. Ладно. Еще? Нет?
Максимум, все, ничего не могу взять больше. Хорошо. Вау, прикиньте, я вообще... А, то есть он залез обратно сюда? Такой типа... Ну, меня больше не напугает. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Так, ладно, все, понятно. Ладно. Так. А что такое? А, нет, не надо, Лара, не надо. Так. Что ты делаешь, а? Так. Ну вот, другое дело. Вон лазит, смотрите. И снова я вот... Ладно. И вот он еще один. Да, сойдет. Осталось чуть-чуть. Ну, вон они. Откуда они все прут? Ой, где он меня стреляет, а? Честно, на ровном месте. Ладно. Слушайте, что за... Как-то... Так, ну вроде бы никого нету, да? Так, хорошо. Так. Нужно выходить отсюда. Да как так? Мне же сюда надо, нет? Давай. Так, ладно, плывем. А это что такое, ну-ка? Ну это не так просто тут.
Скорее всего, она нужно ее разделать. Ну ладно. А, вот, все поняла. Говорю же, не так все просто. Ладно, взяли опыта. Так, нам вот сюда нужно, и нужно еще одно колесо утонуть. Чувствую, сейчас еще кто-то вылезет, а? Что ж вы такие неугомонные-то, а? Ах, вы неугомонные, сволочи такие. Так. Сходить с этим, с дробовиком лучше. Так, ладно. Так. Кто так дышит? Где-то там. Слушай, ну он вообще реально. Нужно, всё? Чтобы вода лилась на колесо. Все, точно все. Чувствую, сейчас где-то тут подвошечка. Вон где-то. Фуллшарики. Вот. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Кучер-то тут где-то бежит. Серьезно. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. О, уже все по максимуму. Ладно, это походу сейчас когда... я вот это все сделаю, то снова на меня. Слушайте, реально кто-то где-то с них пытается вырваться. Так, ладно. Вы слышали это? Не, ну серьезно, реально. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да я поняла. Я не это сейчас. Я вообще не это сейчас. Не поворачивается. Поворачиваешься, а? Да потому что там что-то внизу. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да, конечно, вон. Так, и что мне с этим сделать надо? Реально такие звуки, они страшные издают. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Что-то упало. Так, ну вот, я вижу, и что я должна сделать-то так? Там... Что у нас есть под водой? Я, ну, я, короче, так ничего не могу сделать. Но... Может быть... Так.
Она тут мешает. Она тут мешает. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да-да-да, она тут мешает. Давайте посмотрим. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Они тут, где-то тут стоят и живут. Так, ладно, хорошо. Ничего, ничего, сейчас мы разберемся. Там разобрались, я думаю, что мы тут тоже разберемся. Так, ну вот смотрите. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Так, ну вот, эта конструкция. Вот она льется. Так, там трупак у нас лежит. Смотрите, тут я не могу никуда упасть. Тут я тоже не могу ничего сделать здесь. Но зачем-то же я могу сюда прийти. Так, ну, но она, по крайней мере, ничего не хочет делать. Ну, реально, она ничего не хочет делать. Ладно, давайте вернемся с вами наверх. Хорошо. Еще нужно, чтобы вода лилась на колесо. Она мешает. Да, конструкция. Дорогие друзья. Вот. Слышите, да, звуки? То есть вот они где-то стоят и поджидают. Я хочу, чтобы вода лилась на колесо. Посмотреть вот тут хочу. Потому что... Тут ничего вроде бы и нету. Нет, вроде бы. Кроме вот этого всего, тут ничего больше нет. Больше ничего нет. Ладно. Не поворачивается. Все, она вот так вот поворачивается. И вот так поворачивается. И вот так поворачивается. Все, она говорит, больше ничего не может делать. Так, может, тоже как-то залезть? Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Отойдите. Так, ладно, сейчас мы найдем что-нибудь. Сейчас. Может, тут что-нибудь можно сделать? Такое интересное. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Это у нас что такое? Так, ну что, друзья, нам надо сделать? Так, давайте с вами попробуем вот так.
что-нибудь с этим сделать. О, смотрите, так он сюда... Это обнадеживает. О. Ну-ка. Сейчас-то может что-то, наверное, сделать, да? О, смотрите, о. Все, 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 мы ее сделали. Блин, слушайте, я столько в них пуляла, всего, и все равно не смогла я их. Ладно, давайте еще раз. Ладно, ничего страшного. Ой, подождите, что-то у меня стреляет, а я стою. Подождите. Так, нечестно, подождите. Так, ну что? Так. Слушай, там вот есть припасики. Тут есть припасики. Тут кстати, есть припасики. Так, ну то есть я по максималке, ладно. Черт, там целая армия. Конечно, целая армия. Вот они и они. Ой,
такие страшные. Не зашли. Ну что дальше? Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Яшиль, богиня защиты. Серебряный ларец и щель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках у Нурату. Но где же ларец? О нет, Фаршок. Нам хана. Бежим. Давай беги, Лара, беги. Беги, 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 беги. Подождите, подождите вы, да подождите вы, подождите, дайте мне прыгнуть. Зараза! Давай, 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 давай. Ладно, мы в воде. Ладно. Так, вернитесь, пойдите. Хорошо. Сюда, вот честно, с удовольствием вернусь. Вот я сюда вообще больше не ногой. Мне интересно, они что, не умеют плавать, что ли, или что? За мной никто не погнался. Так, ладно. Давай разгоняйся. Уф. Ладно. Все. Не все, наверное. Наконец-то добралась. Вот наконец-то я добралась. Слушай, я тоже рада очень. Все, мы реально добрались.
Ну все, реально, все, наружу можно выходить. Так, подождите, куда нам? А вот. Так, ладно. Так, нужно альпийское снаряжение. Слушайте, и что это означает? Что это означает? У меня нет альпийского снаряжения. И что? И что, я тут так и останусь, что ли? Мне надо туда. Верните меня домой. Пожалуйста. Нет, и чё? Подождите, и чё? А, вот, смотрите. Дайте протиснуть. Пригодится. Так, ну вот все, у нас есть альпийское снаряжение. Тут аж палатка даже стоит. Ладно. Так. Ну и? Как я должна отсюда выбраться? Оп, вот как вот сидели. Ладно. И что там было написано-то? И что? И что это только что было? Так, ладно, у меня есть снаряжение, да, как я понимаю, да? Да, я же у него уже забрала его, да? Ладно. Ну, это вообще как называется? Да я нажимала. Подождите. Ладно. Так. Чтобы закрепиться на висящей стене, прыгните и нажмите Е. Так, ну хорошо. Все, получилось. А, вот, все. Вот. Что-то уничтожала, сейчас что-нибудь немного. Так, ладно. Так, ну все, уходим отсюда.
Надеюсь, мы больше их не встретим. Вот серьезно, я не хочу их с ними встречаться больше. Как человек-паук. А, ну вот. Так, хорошо. Так. Я надеюсь, все. Да. То есть, по сути, мы ходили зря. Ничего не могу взять. Ну, серьезно. То есть, то, что мы туда ходили, это было зря. А... Ясень пень, что мы хоть знаем, что там его нет. Но я считаю, что мы очень зря сходили. Проделали такой путь. Но его там не оказалось, Ларца. Просто вот я упала, вот, пожалуйста. Я просто упала. Вот. Честно, просто. Вот на ровном месте. Так, подождите. Он говорит, что не могу. Почему я могу взять? Давайте еще раз попробуем. Давай. Зачем мы сейчас свалимся? Придется прыгать. По-другому никак. Ну все. Вроде бы. Что-то ходим, до сих пор мы вот это вот в ихней пещере, или как ее называть, я не знаю. Подождите, там пираньи. Сейчас я еще успеваю. Все, я вышла, я чуть там не того самого.
Все. Все, друзья. Мы вышли. На этом мы, друзья, с вами закончим. Продолжим в следующей серии. Мы вышли вот отсюда. Все. Все. Слушайте, а так я отсюда прыгала сверху. Вот отсюда. Ничего себе. Круто. Круто. Я прям в шоке. Ладно, друзья, у нас игра сохранилась, но мы ее еще раз сохраним. И встретимся с вами в следующей серии. Но вы не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться и не пропускать ни одно мое видео. До свидания.